Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы играем в Doors и со мной еще 9 ютуберов. 10 ютуберов оделись в скины разных сущностей и устроили батл. Что из этого получится, смотрите дальше. Всем привет, я Влад АФК и сегодня я буду играть за Хальт. Всем привет, я папа дочки, сегодня играю за фигуру. RedCat будет играть за Глича. Бабка Шоу за Скретча. А Рейнг за А60. Ну я Шейп чисто за Сика играю. Здравствуйте, я играю за Дэв. А я Богдан Кор. А я сегодня Раша, я Кнопзи, кто не знает. Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и сегодня я Амбуш. Сах Роблокс Шэдоу. Все в лифт, погнали. Кто не влез в лифт, всем пока. Такой стрингл-то замутил, вы бы знали. А я зашел с третьим, вы меня видите. О, она прикольно, больше... ребята, самая классная там... фотка. А слушай. Там Фанрикс не зашел. Фанрикс. Нет, Фанрикс. Не, он зашел. Он по лестнице спустится, ребят, не переживайте. Ему не нужно. Он запустился, его просто в лифт не закинул. Нет, нет, в лифте фотка была. Я код забыл вести, баран. Ой, что за код? Что за код? Ладно, ничего страшного. Покупаем локпики, ребят. Да, ничего страшного, все супер. Локпики, да. Локпики и витаминочки. Витаминочки нужно, надо, ребят. Обязательно. Я не знаю, как вы, но я купил все абсолютно, ребята. Что это за пати вообще? Костюмированная вечеринка. Меня в лифте все. Мы на Хэллоуин собрали. После Нового года вышли. Кто откуда вылез? Так, давайте мы всех выходим из лифта. Вламываем. Что? А, да. Даже так, ну хорошо. Пацаны, после Нового года все вышли, костюмированная вечеринка. А нам хватит этих? Нам хватит шкафов, чтобы спрятаться? Нет. Как прятаться в шкафы? Почему два сика? Да как шкафы спрятаться? Нам не хватит, нет? Так подожди, у нас два сика, не? Почему так, два ребята? Сика? У нас два. Нет, это не сик. Он же в игре два раза попадается, так что все нормально. Ой! Ой, ребят. Амбуш. А, какой амбуш? Блин, все, короче, все, мне капец. Подождите. А что, куда спрятаться? Куда спрятаться? Я для Шейпа скин поставил, забыл поменять. Пацаны, ой, я нажал. Пока всем, пока. Вы где все, пацаны? Пока всем, пока. Он не жалит сущности. Он летит, что? А вы видели свет? Он идет или? У меня нету звуков, ребят, в игре. У меня тоже, кстати. Звук играет. А где он? Почему вы кричите? Кричите, никого нету. Почему вы кричите? Идет, раш, прячьтесь. Ой, Влад, меня сук подставил. Папа, дочки, минус, Влад, минус. Так и надо, так и надо. Меня сук подставил. Так и надо, фигуры не будет на 50 уровне. Подожди, стой, кто голубой, ребят? Сущности на выживание. Нет, это не про меня, ребят. Не про меня. Слишком интимный вопрос. Мы не готовы ответить. О, я Деп, я глубина, короче. А почему у нас два сика? Короче, смотрите, монстр умирает, говорим так. Кто забрал мои витамины? Как же ты смешно передвигаешься. Кто забрал витамины? Пацаны, кто пойдет? Открывайте там рычаг, мы постоим. Да, мы тут подождем просто. Я глубина. Хорошая идея. Кому яйки откусить? Ты украл мои. Зажигалку? Батарейка, на. Я у тебя ничего не крал. Давайте пацан Дрэпова пока. Я на крови гляди, летит. Там раш, ребята, прячьтесь. Заходите. Перед мной папа дочка залетел. Фанрикс, блин. О, пацаны, халява, нифига себе. Халява. Эй, оставьте витаминки. Куда пополз? Мы ели, а мы Фанрикс попал. Фанрикс, ты чего, молишься? Блин, у меня короче повалилось. Блин, залутать даже ничего не успеваешь. Алло! Ой, ребят, погнали, большая комната. Ребята. Ничего не забирать. Мое ничего не забирать. Так, сколько вы? Мы ничего не забирать, там давно уже забрали. Что за рынок? Меня все спырили. Я реально первый раз на видео что-то слышал. Это ж мой, я туда побежал под витаминами. Ну да, я же сик. А кто это? А, окей. Вроде я должен был быть раш, но что-то пошло на плану. Ребята, много шкафов. Видимо, сегодня сейчас почему Кнопзи скин поменялся? Да потому что я для Шейпа поставил и забыл поменять. Нормально, два сика будет, два сика. Я надеюсь. Что за звуки? Не, пока все нормально. Бежим, бежим. Свет. Все, ненормально, пацаны, ненормально. Давайте посмотрим. Умрем! Там занято. Нет! А ты здесь спрятаться. Вот, ребята. Стивочки сам первым. Ааа, как
Все, ребята, это конец для папы дочек. Папа дочки второй. Все, ребята, всем тогда пока, я откис. Да, глубина. У меня фул инвентарь. Глубина. У меня тоже фул инвент. Ой, блин, у меня открываются двери. Глубина откисла, блин. Кнопзи, мой шкаф. Ой-ой-ой. Всем пока, ребята. У меня ревинг. Всем пока, глубина. А где вы подписываете, что такое шкаф? Знаете, под глубину не хватило как нормального этого. Подождите, глубина это вообще кто был? Все, погнали, погнали. Ребята, там сейчас что-то будет бежать у вас. В подвале глубина должна находиться. Сколько у нас еще здесь осталось? У нас осталось 6 человек всего. Ой, пацаны, скретч. 3 уже получили. Нет, скретч! Погнали все, скретч, помогите. 3 сика. Откройся, пожалуйста, интернет. Реально, 3 сика, 3 сика. Вы как школьники бежите. 3 сика, убегают от сика, ребят, ну ладно. Блин, умрите, кто-то, мне витаминка нужна. Понял. Так, а все, ты такой доброжелатель? А почему у вас так много черных? Ой, вы что, все умираете, что ли, вы чаровываете? Мы из дома... Почему все, почему я... Стой, я один красный, все черные, абсолютно. Эй, камон. А почему все... Кто остался живой, я не понял. Короче, ребята, зря я выбрал скин Глича. У меня действительно глюканула игра. Мне написала, что не волнуйся, твое перерождение будет сохранено. Короче, игра не дала мне заспавниться в игру. Одну книгу не собрали, заберите. А кого съели? Опять. Меня? А кто? За что? Мы что, вдвоем остались? Нет. Ну что, ребят, я показываю вам экран. А есть кого-то у тебя? И будем наблюдать. Я испугался просто. Два сика, по-моему. А не, на свет. О, тень еще. Не, блин. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны. Прилетели. Пацаны, что-то как-то плохо проходим, не? Да нет, нормально. Так, Заха убили. А почему у нас всего три человека? Заха, заберите карточку. Все, я нашел книгу вроде. Так что, что мы нашли? У нас еще куча книг надо найти нам. Так карточка. Бабка шо, умер тоже? Так, подождите, кто живой, перекличка? Все, я нашел книгу. Ям, привет. Я живой. 24 годика. Я не слился, я не смог загрузиться в игру, потому что был глюк. 4, 2, сейчас, 9. Подожди. Я бегу. Шайп. Подожди, я тоже к вам приду. 9, 5, 4. Сейчас, ребята, 4, я наблюдаю 2, за Кнобзи. И 9. Кнопочки, я готов. Ребят, быстрее наверх бегите. Теперь переключаюсь на шейп. Там одну секунду, трое. Пошли. Подожди, стой, спрячься. Нити, подожди. Может еще кто-то остался. А он вот вперед. 9, 5, ну-ка продиктуйте. 9, 5, 4, 2, 9. А там одну цифру надо вести. Okay. Все. О, все. Я открыл. Да, проходите. Ой-ой. О! Нет, да бля! Я видел, как нас съели, я видел своими глазами, как тебя съели. Ревинг бежит, и я его убиваю! Ну кто дверь открыл, ребята? Минус два. Подождите, минус два. Ну зачем вы дверь? А почему скин нуба? А что это за нуб зашел? Ну, как обычно, у нас нобзи это делает. Я услышал, как Ревинг матом зарыл. Это шейп. Да почему я загнул? Просто, ребят, как вы видите, у меня по-прежнему пустой экран, хотя периодически были заставки. А почему ты дверь открыл? Я? Да только зачем? Так ты близко был. Так я и съели поэтому. О, ошибся. Короче, ребята, Кнобзи, как всегда, подставил ютуберов. Пишите вставки свои в комментариях, кто никого не подождал, открыл дверь, и, соответственно, фигура всех убила, кто не успел уйти. Ты такого добавил, да, нового? Так, Свет, кстати, как хорошо, да, три человека осталось, как мы можем, брат, достать. Свет, ребят. А вас не двое осталось? Да. Идет. Нет. Все, халява, идем. Окей. Идем. Сколько стоит перерождение? 30. Тун. Там промокод введи, халява будет. Да, я вводил уже. 64-й комнаты. Ух ты. Я не знаю, вот все, что мы сейчас делаем, я не хочу это оставлять, скучно. Тебе скучно, ты сначала всех сливаешь, потом тебе скучно. Да, потом скучно, не говори. Ну а там, где мы сливаем, там уже поинтереснее будет. Так реально, не открывай, потому что она потом бегает очень позитивно, опять Свет. Да.
Всех сливаешь потом это, да? Зачем вы делаете? Если вы витаминки не знаете в начале, кто первый побежал, тот и выиграл. Так нету. Она идет? Нету. А, идет. Идет. Нет, бежит. Летит. Меня сейчас выкинет. А что она так рано орёт, алё? Да давай быстрее! Все, минус 6. Господи, что за троллинг? Да я пошёл. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Моргает. По факту же. Йоу, да опять? Старпёр. Ну, наверное, Раш самый старый. Нет. Там глаз. А там глаз. Ну, блин, ну нет, ну только не говорите. Нет. И смотришь на глаз, да? Из шкафа. Нет. А Раш, прикинь, дверь открыл, глаз пропал. Так и должно. А он его убил. Да? Так. Почему-то я Заха всего слышал одно слово, и то это было на 50-53 двери. Почему от Заха всего было одно слово в этой катке? Конечно. Зах скрытый просто, он же тень. Ой. Он же редкий, он же самый редкий персонаж. Да. Поэтому он меньше всех говорит. А почему нравится половину человека ливнуло с войсы? Они не выдержали, у нас игра на выбывание. Опять? Да ё-моё. О, нет. Идёт. Да, идёт. Меня выкинуло, но я выжил. Слава богу, не амбуш. Ой. Не, ну... Чё? Тут-то свет. А почему так темно? Так темно, это, кстати, редкая галерея. Да вон же фонарики светятся, чё темно. Бля, какие-то новые фишки в дом. Вообще непонятно. Я бы пошутил. Мне кажется, это у тебя интернет лагает, Ларис. Мне игра, короче, не дала восстановиться, прикиньте. Понял. Да, я тоже сам. После сика... Нет, ну подожди, я там... Таймер шел, я нажал восстановиться, и все. И темный экран. Сейчас будет второй сик. Ну я думаю, сейчас Рейнга убьют, потому что... А есть у тебя витамин? Нет, у меня ничего нет. Спасибо. А зачем ты зажигалку все время палишь? Я? По приколу. Капюшон подпалить ему хочу. Нет, ну... Погнали. 90-я дверь, свет. Задержку. Свет. Свет. Да, свет. А, ты тут? Нет, кнопки есть. Подожди, а никого нету. В смысле? Мы только вышли. Никого нету. А, ты про это? А, вот сейчас свет. Свет. Да, все. А меня хайтом выкидывает за одну секунду. О, ой, заметик! Ну не. Чего? Заметик и стоп, юг фуром хайдинг, вы че ровно? Тихо. Это нет, я пожалуй. Лечу. Не выкидывай. Нет! Ух! Мне написало, что я зайти не могу в шкаф, вы че. Ну ты же зашел. Заблокировано, ты же сик. Че он так много появляется? Да успокойся! А, все. Чекните дискорд, смотрите, что мне написало снизу. Ну нет, темная комната. Еще успеваешь дискорд что-то написать? У меня на втором уровне дискорд. Хитрит видос. Ты так Нобзи классику слушал? Да, в Clash Royale играет. Подожди, а где ключ? Я уже этот рычаг открываю, какой ключ? А он еще ищет его в той комнате. Ключ, что-то пропустил. Подожди. Окей. Что? Да какая вы же? 95-я? Ладно. 96-я. Понял. Ух ты. Сейчас, подождите, я вырежу момент с видоса. Монтирую одновременно просто. А, ну да. Превьюшки делаешь уже, да? Я вот снимаю, у меня одновременно оно монтируется. Я одновременно опять симулятор снимаю. Так, а что? А, тут ключ. Посвети куда-нибудь. Я вообще не понимаю, где тебя, ничего не вижу. Ой, я нашел. Тебе только ключ. А, так открывай. А не вижу, куда идти. Я прыгать не могу. Тут свет. О, по кайфу. О, я уже заблудился, кругами хожу. Все. Опять темная комната. Не, ну что за приколы? Это какая, 6-я, 7-я подряд? Подожди, а я рубку не умею приходить. А я тоже не умею. Сливайтесь. А кто руку будет проходить, подожди. Не, ну. Сейчас тебе. Спасибо. Так, Ревинг. Стой посередине лестницы. На пол лестницы постоять. Смотри, где. Нет, а ты можешь вот здесь вот постоять? Вот здесь. Чем? Да?
Да-да-да, стой-стой. Ай! Ну-ка, подожди, она что-то перепутала. Она что-то перепутала. Подожди. Ладно, я попробую рубку пройти. Давай. Цыпа-цыпа-цыпа. Я буду смотреть на нее, давай быстрее. Понял. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, подожди. 6, 5, я сейчас подхожу, она 5, 4, прыгает, 3, все, я иду. 9, 8, 1, 5, подожди, 5, 4, 3, 10, все, 6. Ты умер. Сори, да я обосрался. Сейчас он тебе фигуру приведет. Точно хорош. Она не приходится. Он уже ушел, его не будет. Подожди, нет, я не пройду это, Ревинг, сам проходи. Там же легко кнопки. А все, вы уже не умрете от фигуры. Ну, я жду фигуру. Окей, давай. Блин, ты меня умную дверь закрыл. 5. Эй, открывай, поганец! Пятерка, пятерка. 10, 9, 7. Пятерку. Тройку и четверку. Не открывается. Тройка, четверка, пятерка отключена должна быть. А ты там что-то снизу еще на портате. Я? Восьмерка включена. Восьмерка. Пятерка, тройка. А почему эта скала пропала? Что не так? Четверка? Однерка, восьмерка, да. Шестерка, десятка. Включи десятку. И девятку. А, да, десятку. Девятку все. Включи, девятку включи. Да, да, да. А для чего врагу демку, если вы все демку ревенько смотрите? Двойка. Семерку включи. Ту-ду-ду-ду-ду. Все вроде. Сейчас должно сработать. Да, все. В обратную сторону. Короче, давай я буду тебе диктовать, а ты. Давай, давай, давай. Я буду, который выключи, сейчас тебе надо будет. Пятерка. На. Все, пока. Только пятерка. О, ты прошел все. Восемь. Все, прошел. На выход. А давай я в шкаф залезу. Кнопзи на выход. Все, Кнопзи, он прошел. Не, я хочу в шкаф залезть, у меня сожрет. Беги, сожрет. Залазь, залазь. Давай, лезь. Конечно, сожрет. Не, он не выйдет, скорее всего, я думаю. Погнали. Дверь закрыть. Он не вышел, да? Да, он не вышел. Он не выйдет, пока мы в лифт не зайдем. Ну, все, ну что, а 67? Да, из 10 слушателей остались у нас легчайше. Только... Ну что ж, ребята, А60 и Сик победили в этом батле, но, к сожалению, мог бы и глич быть здесь, если бы у меня не было прикола с тем, что не смог респавниться. Ну что ж, ребята, вот такое было видео, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под видосиком, и до новой встречи. Всем пока!